Я живу в Украине, в городе Бровари. Я всю жизнь я работаю кистью мастера-парикмахера, колориста. Совсем недавно я в руки взяла кисть художника. И это новое хобби меня очень увлекло и, конечно же, вдохновляет на новые работы, новые идеи. Специально я нигде не училась, помощником мне являются уроки профессиональных художников на YouTube-канале. Вашему вниманию я предоставляю картину, которой я попыталась передать свое настроение, вдохновение от наших ярких красок земли, душа земли, которая очень яркая, красочная. И, конечно же, у матушки земли и природы мы можем очень многому учиться и вдохновляться на новые работы. Благодарю.